Кем ты был? Номер обслуживания... Короче, минометчик. Минометчика 120 миллиметров. Что вы делали? Мы выезжали на позицию в поле, раскладывали 120-й миномет. И что делали? И стреляли по координатам, какие нам назначил СОП. По координатам в сторону чего? По координатам, которые нам назначил СОП. Ну, направлены минометы куда были? Минометы были направлены в сторону города Мариуполя. А, ты понимал, что вы стреляли по жителям Мариуполя? Понимал, но я был на наркотиках. А? Понимал, но был на наркотиках. Ну да. Ну а ты в реальности понимал, что там люди, что там дети, что с этого с поселка Зари, там рядом находится Павлополь, Орлова, Гнутова, что ты стрелял по людям, которые были на подконтрольной вам территории, ты это понимаешь? Да. Тебе похуй было? Нет. А нахуя ты стрелял? Потому что приказ нужно было выполнять. Кто приказ отдавал? СОП. А? СОП. Кто? СОП. Старший офицер батареи.